22 мая состоялся открытый турнир Манского района, приуроченный к Дню Победы. В пятый раз собрались сильнейшие армрестлеры Красноярского края в упорной борьбе, определившие лучших в 23 категориях. 110 человек приехало спортсменов со всего Красноярского края. Турнир наш проходит уже пятый раз, то есть это уже традиционный наш турнир. С каждым годом все участников все больше и больше. Всегда поддержка идет от спорткомитета и от администрации района. Ну еще основные, самый главный наш спонсор соревнований – это холдинг «СИП-Золото». Каждый год они нам привозят подарки, футболки именные турнира, чем мы им говорим большое огромное спасибо. Вот, с каждым годом все больше и больше людей узнают о нашем турнире, потому что у нас видеоролики, СИП-Золото снимает. Все смотрят, видят и хотят принять участие в наших соревнованиях. Приглашаю всех на наш традиционный турнир. Всех зовем в гости на нашу Манскую землю. Всем спасибо. Турнир, учрежденный заслуженным мастером спорта Виталием Лалетиным, традиционно собирает как самых достойных, так и начинающих спортсменов. В атмосфере взаимовыручки здесь выковывается настоящая дружба. Первые соревнования у нас были еще связаны с нашим земляком, чемпионом мира семикратным, заслуженным мастером спорта Виталием Лалетиным. Он ушел в профессионалы, а мы боремся по любителям. Поэтому у нас сейчас турнир в честь Дня Великой Победы проводится. Вот. А Виталий Лалетин, он как хороший человек, спортсмен, всегда приезжает к нам на турнир. И дети смотрят на него и хотят быть такими же большими, сильными и чемпионами хочется становиться. Получилось так, что вообще мои корни с Первомайского района, у меня бабушка здесь жила. Получилось так, что мы вместе с Александром учились. Александр здесь вместе с Ильей тренирует ребят, которые очень борются на высоком уже уровне. И мы всячески поддерживаем этот турнир. Уже в пятый раз он проводится. Приезжают друзья, близкие, также знакомые, поболеть, поддержать. Допустим, сегодня уже собралось больше 100 человек на турнире. Ну, я так скажу, что для турнира такого уровня это очень много человек. Также юниоры, девушки и парни приехали побороться и попробовать свои силы. С особой радостью мы встречаем на турнире и молодых, подающих надежды малышей и девчат, и прославленных ветеранов. Особое отношение к тем, кто не пропускает ни одного турнира, всегда изыскивает возможность спланировать тренировочный процесс и своим примером показывает молодежи, как надо относиться к традициям, позволяющим и дальше прославлять знамя российского спорта. Да куда ты рукой? Да куда ж ты? Что ты творишь-то? Боремся потихо! Ну, наверное, можно назвать его трюк, наверное, боевой клич. То есть от себя настроить. То есть ты уже немножко выходишь из зоны сознания, и тебе нужно собрать все свои ресурсы, договориться со своим подсознанием, что вы работаете вместе, достать такие силы, которых у тебя в принципе нету. Пошел к столу, выходишь. Вспоминаешь своего отца, вспоминаешь его слова, ты идешь за тобой, твой род, твоя семья. Попросил у Бога благословения, чтобы дал тебе силушки попробовать сделать этот рывок. Борьбу очень люблю на руках, занимаюсь с 1999 года. В школе стал увлекаться, моего отца никто не мог забороть. И поэтому у меня как-то это все пошло, и огромное желание есть бороться, побеждать. Ну, не получается всегда побеждать, но самое главное для меня в соревнованиях – это попасть в жесткую мясорубку, попасть в зарубу. Ну, вышел из нее победителем, отлично. Если даже проиграл, но это был тяжелый, сильный поединок, это все запоминается, это приносит такое сильное удовольствие, удовлетворение. То есть нам часто в обычной жизни приходится сдерживать себя в руках, потому что, ну, у нас таковы законы, такова судьба. То есть, вот, не всегда решает сила. А здесь мы на соревнованиях можем выплеснуть вот эту вот накопившуюся эту энергию, получить удовольствие, почувствовать себя воином, мужчиной, что того стоит. Занимайтесь спортом. Благодаря спонсорской поддержке холдинга «СИП-Золото» каждый участник на память о победе увез турнирную майку, полученную из рук прославленных спортсменов, представителей холдинга и главного судьи соревнований Александра Махаева.